Всем добрый вечер. Прошел день, наступил вечер. Вот моя работа за 2 дня. Вот первый день я связала одну пару носочков, вот такие серые тапочки, следочки. И связала вот такие вот тапочки, следочки с сереньким носиком. Второй день вот я связала третью пару, серые. Серая ниточка, баранья шерсть, очень теплые. И связала вот еще одну пару, тоже серые тапочки, следочки. За 2 дня у меня получилось 4 пары. И за сегодняшний день я связала, вот, начала вязать следочек. Это получается у меня 5-я пара. И вот здесь вот начала вязать. Вязание у меня начинается с пяточки. Вот у меня здесь я набираю 40 петель на 4 спицы, здесь 10 петель, здесь 10 петель, здесь 10 петель и здесь 10 петель. Здесь я провязываю один ряд, потом начинаю формировать пяточку. Пяточка у меня 8 сантиметров, вот я провязала 5, буду формировать пяточку. И на сегодняшний день до вечера я довяжу 5-ю пару. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, до скорой встречи в новом видео.